Продолжаем есть лучший в мире алтайский мед. Теперь уже в честь медового спаса. Доброе утро, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет, и программа «Нам пишут». Условно всех жителей края по способу передвижения можно разделить на четыре категории – автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы, пишут «Аргументы и факты». С первой и последней категории все понятно. Автомобилисты знают правила дорожного движения, вторые свято уверены, что пешеход всегда прав. С любителями двухколесного транспорта все сложнее. Итогом своеобразной трактовки правил дорожного движения или их игнорирования является традиционно большое число ДТП с двухколесным транспортом. Одно из мер, способных развести велосипедистов и пешеходов, могло бы стать обустройство в краевом центре велодорожек. Первую из них по инициативе активистов проекта «Цивилизованный город» предложено устроить на аллее проспекта Ленина. На эту же тему публикация «Московского комсомольца». По мнению велосипедистов, главная проблема развития велодвижения в Барнауле – отсутствие желания у власти. И только потом уже идет проблема источника финансирования. Если провести необходимые исследования трафика, разработать общую концепцию, учесть все тонкости и нюансы, вынести все на общественное обсуждение и на основе этого сделать проект сети велосипедных дорожек, то потом по этому проекту можно было бы ежегодно вводить в строй 5-15 километров велодорожек. О том, где в Барнауле обучают старинным танцам, рассказывает комсомолка-толстушка. Одной из первых в городе появилась студия «Северная сторона». По словам художественного руководителя студии Ольги Диденко, занятия старинными танцами – это в первую очередь общение, и нет никакого смысла идти в студию, если ваша цель, к примеру, похудеть. Кроме того, есть Барнаульская школа старинного танца и историко-культурный центр «Аквилон», в котором танцуют кельтские народные танцы. «Стояла тихая Варфоломеевская ночь». Вспомним старую шутку. Она, правда, с 23 на 24. Пусть будет тиха украинская ночь, и алтайская, и барнаульская. А пока доброго утра, хорошего дня, шикарного уикенда. Прощаюсь до понедельника. Счастливенько. Целую.